поликлинике номер 2 центральной медико-санитарной части лечение получают почти 73 тысячи жителей Засвияжского района и пригородной зоны областного центра. Капитальный ремонт здравницы не проводили со дня постройки обоих корпусов 1967 и 1991 годов. В 2017-м одно из крупнейших медучреждений в Ульяновске стало преображаться. При содействии губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова были выделены деньги 14 900 000 рублей из резервного фонда президента Российской Федерации. Эти деньги были направлены на ремонт корпуса А, и за счет этих средств были проведены замены, все инженерные сети были заменены. Ремонт на этом не закончился. В 2019 году поликлинике выделили еще 10 миллионов. Средства уже из госпрограммы развития здравоохранения в Ульяновской области. На эти деньги заменили кровлю. В старом здании полностью отремонтировали третий этаж и заменили окна. У нас теперь красиво в поликлинике, чисто, заведующий здесь прекрасный. Как бы вот даже с удовольствием приходим в поликлинику. Очень довольна. Все больные очень довольны. Финиш ремонта старого корпуса поликлиники выпадает на конец года. Новый вид будет не только внутри здания, но и снаружи. Сейчас специалисты приступили к проектировке инфраструктуры вокруг первого корпуса. Пока все пациенты наблюдаются в новом блоке. Туда же временно переместили дневной стационар для ветеранов. Для полного преображения поликлиники из регионального бюджета поступит еще 18 миллионов рублей. Рената Леулова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ.